Сумасбродные перезвоны, виртуозные пассажи, переходящие в эффектные каденции. Скоро музыка великого русского композитора Сергея Рахманинова будет звучать на сцене. К открытию сезона Ульяновский государственный симфонический оркестр подготовил первую симфонию и рапсодию на тему Паганини. Дирижер Фабио Монстранджело знает, что нравится публике. Он выбрал произведение, поражающее глубиной, редкие и неприевшиеся публике. Первая симфония, которая самая редкая, да, она звучит очень, самая неисполняемая, скажем так, из трех симфоний, которые он написал, вторую симфонию. Чуть не каждый день по России, да, можно услышать. Третью симфонию тоже довольно часто, не настолько часто, как вторую, а первую вообще просто как будто она пропала, как будто тот не написал. Вот. Она сложная, она непростая. Я считаю, что в ком-то она даже самая интересная из трех симфоний. Солировать на первом концерте этого сезона будет молодая пианистка Ева Геворгян. Она исполнит с оркестром рапсодию на тему Паганини. Девушка учится в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. Лауреат более 40 международных конкурсов, восходящая звезда классической сцены. Ева любит исполнять произведения многих композиторов, но есть у нее и фавориты. Музыкант должен уметь играть хорошо произведения любых композиторов. И я стараюсь развиваться во всех сферах. И также я финалистка последнего конкурса имени Шопена в Варшаве. И я очень люблю играть с Фредериком Шопеном тоже. Артисты провели репетицию, сработались и уже готовы к выступлению. Концерт состоится 16 сентября в 18:30 на сцене Дворца культуры «Губернаторский». Виктория Чиркова, Даниил Сурков. Ул Правда ТВ.